Полицейский из Владивостока Алексей Бедовый удостоен ведомственной награды. Он стал участником торжественной церемонии вручения сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации наград за проявленные при спасении людей мужество и героизм. Алексей в условиях штормового ветра и высоких волн сумел вплавь добраться до утопающего, который был уже без сознания, и вытащить его на берег. На берегу с другими неравнодушными гражданами мы оказали ему первую медицинскую помощь, ну и вызвали медиков. Медики забрали мужчину и... Мужчина остался жив. Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил, что защита жизни и обеспечение безопасности граждан не просто важнейшая задача органов внутренних дел, а смысл их работы. С первого дня службы каждый полицейский должен быть готов правильно отреагировать на экстремальные ситуации, помочь человеку, попавшему в беду. Ведь зачастую секунды имеют решающее значение. Коллеги доказали, что умеют действовать грамотно и быстро, сохранять самообладание и уверенность. Также он поблагодарил сотрудников за службу и пожелал им профессиональных успехов, счастья и благополучия. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.